Смотри, нас все-таки увидел, а? Убил меня? А, почему? А потому что у меня силы было мало. Ладно. А, хорошо. Правильно. Самое лучшее решение это бежать. Ядовитая об... Дуда. Привет, Ака. Ты открыла нового героя? Да. Это я очень... прям сейчас попробуем поиграть. Давай, это особо редкий герой. Особо редкий? Розочка? Да. Это боксерша-ботаник. Крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Супер оплетает ее прочной и 100% веганской броней. Угу. Давайте попробуем. Выберем розу. Так, а я буду играть за Була. Молодец. Готово. Так. И мы играем. Опять же на этом месте. А я думал, место другое будет. Может, еще не прошло время? Так, что у нас тут? Так, ну давай, Роза, покажи себя. О, хороший ударчик. Хороший? Быстро заряжается. Клево. Так, их убираем. О, вот они все бегут, ага. Они уже здесь. Угу. А ты там диамант где? Так. Ну, покажи свои удары. А, ты хочешь, чтобы меня... Я же спряталась. А, ну все. Не, прятаться-то надо, вот кустики. Но все равно они меня там не видят. О, Бул бегает, ой, может... Бегает. А, нет. Я стрельнула и всех себя показала. О, убили, убили, давай. Ах, и у меня убили. Так, ладненько. 12 секундочек. 12 секундочек, ребята. 7 секундочек. Сейчас я появлюсь скоро. И мы этого Эль Прима зафигачим. Видишь, Эль Прима бегает. Я... Или нет, будем стоять просто на месте, слушай. Они не знают, что мы здесь стоим. Пока они нас не видят. Да. Пусть хай добиваются. О. О! Прикинь, Коль, смотри, нас все-таки увидел, а? Убил меня? А, почему? А потому что у меня силы было мало. Ладно. А, хорошо. Правильно. Самое лучшее решение это бежать. В ядовитое облако, потому что туда враги никто не побежит за тобой. Да, такая, это у тебя такая стратегия. А это ты меня подкалываешь, да? Это такая твоя стратегия? Ну, немножечко. Немножечко подколол. Не, ну а правда, кто побежит в ядовитое облако, правильно? Да, действительно. Скажи, умирать-то красиво, да? Да, я просто когда в стрессовой ситуации, я не различаю, куда бежать. Тебе уже пофигу, есть там облако, нету, да? Ага. Так, а что у нас здесь? Есть ли у нас здесь какой-нибудь сундук? Слушай, это не ящики ты открывала только что, когда розу нашла, а сундук называется. А, да? Сундуки. А ящики вот справа стоят, видишь ящики? Ну ладно, не суть. Не суть страшно, не страшно. Ладно. Что, давай, я хочу... тут пока две команды, мне кажется. Так, они нас увидели, нет? Не знаю. О, я сейчас этого чувачка... О, видишь, его убили. Так, иди нафиг, Шелли. Все. Ой-ой, убегаем, меня сейчас убьют. Что творится, что творится? Я убегаю, короче, или что? Давай. Не, давай сюда, вправо. Можно бежать? Ох ты. Ах, меня убили. Все, убегай куда-нибудь, не знаю. У тебя супра нету, да? Суперсила, да. Давай, все. Ладно, все равно убегай нафиг. Сейчас я восстановлюсь быстренько. Да, нифига, Кольту повезло. Столько банок у меня. Ой-ой-ой. Все, давай. Вот, есть, убили кого-то. О, давай вот эту Ниту убьем. Ой, Ниту говорю. Розу. Так, она, я знаю, где она сидит. Она вот здесь сидит. Подожди, стой, не иди туда. Давай на нее нападай. О, убили. Она, короче, ждала, когда тот восстановится. Но там ядовитое облако ее ждало. И она долго там не стояла и пошла на меня. Все, играем дальше. Ну, как тебе, Роза? Ну, в принципе, ничего так. Нормально, да? У нее супра, когда она превращается в такую большую в два раза. Угу. Вот она выбивает вообще. Она меня сколько раз меня так убивала. Вообще. Так, что у нас здесь? Так, вон сундук. А, слушай, сундуки каждый раз сундуки в разных местах создаются. Угу. Блин. Оба. Ё-моё. Барли, прям смотри. Сколько убегай у тебя... сюда наверх. А, нет, там тоже, блин, страшно. Иди-то.
Ты где там? Да меня Барли, вот я хочу в Барли все убить. Он бежит, бежит. Все, хорошо, 4 банки. Убил я этого Барли все-таки. Но я знаю, что у него здоровье там слабенькое. Поэтому убить-то его легко. Там ядовитое облако, я хочу вот немножко повыше. Так, 3 команды, слушай, значит где-то 2 команды между собой дерутся. Надо бы потихонечку увидеть, где они там. И если что, подбежать и их всех зафигачить. Вот, я вижу их где. Вот, надо здесь стоять я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они, короче, не нашли никого. А нет, они дерутся. Они дерутся. Ух, нифига, там этот. Блин, прикинь, очень такой герой интересный. Ворона. Ворон. Герой Ворон. Вот он бегает. У него всякие такие ништяки есть хорошие. Так. Где все сейчас прикончат? Вот, сейчас это прикончат. Ниту. Ты куда прибежал? Да, фиг знает. Пошел в Айстоль. Блин, нас раскусили, да, где мы? Да ты выбежал там. Да, я хотел... Пошли сюда, вниз. Вот, надо вниз. Я хотел там этот... Нита там была, я хотел ее добить. Вот она бегает. Роско, блин. Нифига. Нам нужно включаться сейчас в бой, прям конкретно, когда вот они... Когда две будет команды, пусть они там побьются. Ну пусть пока подождем. О, смотри, видишь, они от медведя убегают. А тут мы стоим. И мы сейчас их всех убьем. Как вариант. Кто-то к нам бежит? Вот этого. Вот, все, этого убили. Нормально. Так. Дым там уже возле нас. Вот, ой, я какой-то этот, птичка вот, дым. Ворон, это ворон. Столкновение. Все, поехали. Все, меня убили. Да? Ты там один на один с ним, давай. О, молодец. Все, нормально, хорошо, отлично. У меня очень много было кубков, поэтому меня вообще не резон было убить. Я ж бегал, там кубки подбирал. Ну, они там все умирали, я такой, тыщ. Быстренько, там кубок. Это кубок называется или банка? Как это называть? Я не знаю. Кубок, банка. О, снизу, ты снизу справа забирай, я снизу слева. О, и сейчас у нас по 2 будет этих. Банки. Ну, их я знаю, банки называют. О, ну как у нас теория, да? Подожди, пока все перебьют друг друга, да? Побьем этих? Давай хотя бы вот эту побьем. Не, я вообще умерла. Давай, я убил. Ай, и меня убили. Блин, короче, плохо тогда, когда их много очень всяких. Да, бегают. Нельзя туда лезть. Не надо потихонечку. Бежишь, вроде бы это самое, блин, забрали. Так, прыснуло. Угу. Да. Их когда... О, смотри. Давай, возьмем по баночке. Так, есть одна. Так, я вот сюда налево побежала. Угу. Что там у тебя налево есть? Интересное что-то? Нету больше. Нету больше, да? Возле тумана. Возле тумана? Угу, так, можно ее брать? Давай я постреляю. Так, все. Немножко я возле этого ядовитого облака постоял. Туман как-то там быстро. Туман быстро, да, растет? Угу. Так, где у нас еще тут какие банки есть, нет? И тут можешь постоять. Давай. Так, 3 команды. Вот мне еще хоть... Мне все хочется понаблюдать еще за этими командами. О, смотри, они не знают, что мы здесь стоим. Поэтому... Столкновение, мама. Так, а ты чё выбежала? Да. Ладно, давай, ты снизу, я тут. Короче, давай, посмотрим. А где... А вон они бежат. Где? А, вижу. А у него ничего нету в кустах, давай его запигарим. Давай. Есть. И а... второй где-то должен быть. Давай, второго найдем. Бля. Вон он, вон, справа. Справа. У него аж 11, пиздец, какой сильный. Давай его сейчас зафигачим. О, сколько кубков, круто. Ура. Убили. Нормально, 9 кубков мы заработали. Офигеть. Смотри, какая у нас теория хорошая, да? А, да. Давай еще раз. Давай. Ох, у меня скоро 13 ранг будет у Була. Нифига себе. Так, где у нас тут коробочки эти? Баночки. Во. Вот это, да? Ой, мать моя женщина, это что? Монетками. Монетками, да?
А если думаешь такие, о, монетки, круто, да? Ну, бежишь брать их. Бежишь их брать. А это не монетки. А это такие патрончики. Ох, нифига там какие чуваки. О, этот сам. Бочечку мы знаем. Ждем тогда. Так, а ну-ка я сюда быстренько сбегаю. Так. Как ты считаешь? Что говоришь? Это не считается, когда мы так в кустах стоим, типа мы сакуны. Это называется стратегия. Ребята, напишите, как это называется? Сакуны? Или это хитрая стратегия все-таки? Ну, стратегия же, да, правильно? Ну да. Подождем. Столкновение подождем. Мы хитренькие. Четыре команды. Слишком много. Надо хотя бы три было. Да, если... У нас по одной баночке, мы слабенькие какие-то. Да капец, я не знаю, как мы будем в столкновении там с ними драться. Ага, у них уже по три банки. О, пятерочка, троечка, блин, тут бегают. Ну, хорошо, что они нас не заметили. Интересно, что же дают грибочки-то? А восстановление, когда у тебя жизни мало, ты подбегаешь к грибочкам, ешь грибы, и ты набираешь себе, ну как, силу назад. Так уж, три команды. Нам нужно вдвоем на кого-нибудь напасть и забрать у него эти кубки. Бочки. Ой, тут рядом с нами что-то творится страшно. О, столкновение, ну. Блин. Теперь нас ищут, ой, блин. Восемь. Смотри, восьмерочка. Поехали на него, пошли, давай. Есть, убили. Прикинь, и мы выиграли. Он один там бегал. Да? И искал на себе на одно место. На пятую точку. Приключение. А тут мы стоим. Вот он вообще не ожидал, что мы там стоим, даже. Видолага. Бежал, а тут два таких сакуна стоят. Поджидают. Всю игру там поджидали, да? И тут мы нашли... Налево надо бежать, там дофига этих. Давай, а я тут одну нашел. Да. У меня он вообще мощный стал, прикинь. Угу. Ну, он уже... О, аккуратно. Ой, мамочки. Динамайк работает. Возьми. Так, гаденыш, давайте... Да ёшки-маташки, смотри. А, это вот эти, знаешь, которые бегают. Убили, да, ничего страшного. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не убивай меня, пожалуйста. Ай-я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 й. Ах ты, гадёныш, всё-таки убил. Блин, одна секунда до меня. Этот, как он называется, блин, сейчас скажу. А, которые, блин, все смотрят их, этих... Есть одноглазые, есть двухглазые, желтенькие такие. Как их зовут? Персонажи такие. Ну, короче, там он был. Да, одна секунда до тебя была, да? Угу. Да, к сожалению. Блин. О, нитка бежит. Сейчас, я тебе помогу. Блин. А то Кольт тоже хитрый такой. Смотри, он там стоит, короче, и фигачит. Кольт вообще... Кольты, они вообще хитрые. Сколько я не играю, они все хитрые. Шелли. О, чё? Бери. Шелли как убил. Как раз убегает туда. Ну и убегаю, все. О, так, а ты появилась. Кольт самые такие, они хитрые. Вот этого сейчас зафигачу. Ох, нифига, сколько у него банок было, прикинь. Так, Кольт, вот этого я хочу его убить. Здесь. Кольт хитрый такой, а. О, у тебя 8, у меня 12 банок, прикинь. Угу. Так, ждем. Да, да у них мало будет, да, банок. У меня 12 банок, куда нафиг? Да мы их зафигачим. Главное сейчас, знаешь, нам все силы на одного. Нам главное на одного стрелять. Давай, если что, ты мне говори, на кого будем стрелять. Или я скажу. А вы что, куда пойдем или будем стрелять? Да, можно и ходить, в принципе. Вон, а, нет, это просто... Ну, а знаешь, можно по приколу, чтобы кто-то один стоял в засаде, а другой ходил. Вот давай, ты ходи и смотри, где. Вон они, блин, сильные, которого я терпеть не могу, блин. Эль Прима, да, у них по три банки. Ну пошли тогда, что стоять? Пойдем. Стреляй. Так, ты сильно не спеши тоже. О, все, да? Зафигачили. Конечно. Да, ну, кого? Хорошо. Меня не пробьешь, потому что у меня нифига там сколько банок было. Так, у меня у Була уже 13-й ранг, прикинь. У меня у Розы 5-й, хотя я... Тоже неплохо. Только ты его открыла недавно, смотри, уже 5-й, да? Ага, так, а ну-ка смотри, а у меня здесь... ну ладно, смотри, значит, будем заканчивать серию.
И потом в новой серии я открою там еще один этот ящик. Ну что ж, ладно, дорогие друзья. Пока. Пока, всем пока. До новых встреч.